каждый год, когда проходят фестивали звонов в монастыре в Супрачле, ученики, учителя Минской школы, и они занимают высокие места, всегда представляют собой высокий уровень. Мы очень рады, что у нас есть такие связи, возможность взаимного обмена опытов, и в будущем тоже желательно, мы просим, чтобы выпускники приезжали к нам на фестивали. Минское духовное училище, оно занимается не только, как до недавнего времени считали, музыкальными какими-то направлениями, но мы занимаемся и просвещением людей в плане катехизаторской работы. В чем это заключается? Наше отделение катехизаторов вот за этот год открыло 3 новых направления. Это православные психологи, экскурсоводы и православные журналисты. Плюс мы сейчас начали заниматься активно работой с монастырями. Отправляем преподавателей для того, чтобы там были установочные сессии и экзамены. И, соответственно, все монашествующие, не выезжая из монастыря, они получают духовное образование. Школа развивается. На вечерних курсах очень много учащихся. Люди совершенно разных специальностей, совершенно разных возрастов приходят после работы, чтобы получить богословское образование, чтобы повысить свои знания. И это нас очень и очень радует. Когда я общаюсь с молодыми людьми, то я говорю, хочется вам пожелать, чтобы вы вот этот внутренний свой мир, внутреннюю чистоту не растеряли, сохранили ее. Именно вот эту цельную натуру, когда человек еще не омрачен множеством грехов, которые действительно огорчают и омрачают каждого человека. Храните вот эту чистоту, нравственную, высокую, духовную, нравственную, христианскую чистоту, эту святость, эту чистоту, и несите ее по жизни. Конечно, в наших духовных школах мы делаем все возможное, чтобы молодым людям об этом говорить. Поэтому я желаю вам, сохраняйте чистоту, свежесть, цельность натуры, чтобы и душа, и тело, и разум, и рассудок были цельными. Когда наши загашники будут наполнены. Она более сосредоточенная. Она, такой пример вам расскажу из своего, который был в течение многих лет старостой в храме. Спасибо.